Михалыч, Михалыч, Михалыч! Владимир Кейлин. Человек эпоха. Владимир Кейлин. Человек легенда. Владимир Кейлин. Человек с большой буквы. Год назад его не стало, и в это не верится до сих пор. В это не поверится никогда, потому что он всегда с каждым из нас. В каждом из тысяч, из десятков тысяч, из миллионов сердец, которые так его любили и так любят. Дорогой Владимир Михайлович, этот концерт, все его участники и зрители посвящают вам, вашей светлой памяти. С ним познакомился в конце 80-х годов. Не самое лучшее время для нашей страны. И до последнего мы оставались друзьями в жизни. Он мне лично много помогал, именно как представитель гражданского общества. Как человек, который любил жизнь, боролся за справедливость и помогал. Помогал независимо кто кем был в этой жизни. Сложно что-то вот говорить в такой ситуации, но я его помню и буду помнить. Добрый день, уважаемые единомышленники. Пользуясь случаем, я хотела бы вам сообщить, что в Москве клубом Героев Советского Союза, благотворительным фондом «Гордость Отечества» принято решение посмертно наградить Кейлина Владимира Михайловича. Его труд расценен как подвиг, о котором будут помнить его потомки. Я рано встаю, я песню пою, наверное, вечно так будет. Колосья поля, простор журавлям, а песня хорошая людям. Колосья полям, простор журавлям, а
рассвет, и верба в поклоне склонилась, как звезды в пруду, как зори в саду. Владимир Михайлович с юных лет начал заниматься футболом. Вся его жизнь была связана с одним из самых популярных видов спорта на планете. Он не только играл, не только тренировал. Он делал все, чтобы в Самаре, кстати, не только в Самаре, этот замечательный вид спорта, футбол, развивался, и футболом занимались все, от мала до велика. Будет небесам жарко, сложено героя песни. В спорте надо жить ярко, надо побеждать честно. Замерли вокруг люди, светятся экраны телек. Верьте, что рекорд будет, знайте, мы близки к цели. Мы верим твердо, герой спорта, нам победа как воздух нужна. Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена. Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена. Дерзкий путь наверх сложен, лидерам сегодня трудно. Знаем, победить сможем, если совершим чудо. Судьи будут к нам строги, но в конце концов, поверьте, скажут нам, что мы боги, скажут, молодцы черти. Мы верим твердо, героям спорта, нам победа как воздух нужна. Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена. Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена. Шествуй на Олимп гордо, солнечный стремись награде. Ради красоты спорта, родины своей ради, надо побеждать честно, надо жить на свете ярко. Сложат и о нас песни, будет небесам жарко. Мы верим твердо в героев спорта, нам победа как воздух нужна. Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена. Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена. Вся его жизнь, вы знаете, что она неразрывно была связана с футболом в разных ипостасях. Он и профессионально в футболе работал, и работал в качестве председателя Федерации областной. Я, честно говоря, даже не понаслышке знаю, сколько этот человек сделал для развития футбола у нас в регионе, в области, в городе. Много хорошего знаю не понаслышке, сколько, с каким ребятам он помог, кем я и рос в свое время, которые попали в сложную ситуацию. И хочу сказать большое спасибо тебе, Михайлович, за то, что все ты сделал, что ты делал для людей, для развития футбола в нашем регионе. С Владимиром Михайловичем я познакомился лично в 2007 году, проходя службу в уголовно-исполнительной системе Самарской области. Тогда система только, скажем так, осваивала такой инструмент, как общественные советы. А в УСИН России по Самарской области этот совет был создан и возглавил его Владимир Михайлович. Одно мероприятие только обозначу, которое до сих пор в сердцах многих людей в Российской Федерации. В 2010 году УСИН России по Самарской области и Общественный совет при поддержке, безусловно, Владимира Михайловича
организовали и провели всероссийский конкурс среди осужденных «Колено красное». Организаторы этого конкурса до сих пор вспоминают организацию проведения как самый теплый, самый радушный прием на всей территории Российской Федерации. Один из великих людей сказал, что человек умирает дважды. Один раз физически, второй раз, когда его забывают. Михайлович будет жить вечно. Поэтому вечная ему память. А нам всем хорошего настроения, открытой, чистой улыбки. Всего самого хорошего. Ансамбль танца «Каприз» городского дома культуры из города Кинеля. Города, в котором Владимир Михайлович прожил 10 лет, как он сам неоднократно говорил, самых счастливых лет своей жизни. Города, в котором родились трое его детей, сын и две дочери, одна из которых, Варечка, сейчас выступала перед вами в составе ансамбля «Каприз». Дамы и господа, Варвара Кейлина, ваши аплодисменты. Добрый вечер, дорогие друзья. Мне тоже хочется сказать теплые слова. Дело в том, что я очень счастлива, что судьба в этой жизни подарила мне общение с Володей Кейлиным. И вы знаете, мне кажется, у каждого в жизни есть определенная миссия. Каждый должен оставить после себя какой-то след. И вот я считаю, что в моей жизни Володя, ну, помимо своей улыбки, вот этой обворожительной, несущей позитив и добро, он дал мне такое понимание, вот приглашая меня первый раз с концертами по линии Гуфсина в места вот исправительные, так сказать, и, ну, конечно, были страхи и так далее, но он, вот его глазами он мне показал, что в каждом человеке своя судьба, свое какое-то переживание. Сколько много людей, ну, попадают, ну, как говорится, от сумы и тюрьмы не зарекайся. Поэтому вот это благородство, эту поддержку, которую он оказывал, и то, что вот сегодня я могу сказать, что я это видела, я сопереживала, и во многом помогали мы, и также в организации фестиваля «Калина Красная», вот это останется со мной по жизни. И, может быть, это и найдет отклик, и наверняка нашло уже в песнях. Что там говорить? Я хочу сказать, что в этой жизни все мы одинокие метеориты. Мы летим каждый в своей траектории. И очень здорово, что наши эти линии иногда соприкасаются и оставляют теплый след воспоминаний. Сумасшедший
одинокий метеорит над землей летит наугад. Я хотела к тебе прийти, может, тысячу лет назад. Я шептала любви слова уходящему солнцу вслед. Я тебя каждый день ждала, выбегая встречать рассвет. Что так поздно пришла, прости. Каждый день я ждала звонка, ты так долго мне не звонил. Эта вечность прошла не вдруг, наполнялась земля весной, чтоб кольцо твоих нежных рук за моей сомкнуло спиной. Что так поздно пришла, прости. Которая сейчас прозвучит, это песня, которая премьера, в общем-то, нас сподвиг как раз Владимир Кейн. Ты скажи мне, зачем признаваться в сотый раз, что тебя я люблю, и при встрече опять удивляться. Город с детства, в котором живу. Если честно, я очень недолго без тебя обходиться могу. Моя крепость Самара на Волге, здесь на левом ее берегу. А горы седые, ручьи золотые, а песни какие поют. И за борт бросают, и хлебом встречают, и жизнь за любовь отдают. И за борт бросают, и хлебом встречают, и жизнь за любовь отдают. Столько лет ты подряд назначаешь рандеву с постаревшей луной.
отвечаешь перед небом и вечной рекой. Ты мне стелишь под ноги кварталы и узлом вяжешь память мою. И нередко такой же усталой, как и я, ты стоишь на краю. А горы седые, ручьи золотые, а песни какие поют. И за борт бросаю, и хлебом встречаю, и жизнь за любовь отдаю. И за борт бросаю, и хлебом встречаю, и жизнь за любовь отдаю. Атаманов золотаги рассекали российский простор, а самарские гордые стяги вечной стали на шибке дозор. Надрывалась, но не прогнулась ты под гнетом великой войны. Даже несколько раз усмехнулась, став столицею вместо Москвы. А горы седые, ручьи золотые, а песни какие поют. И за борт бросаю, и хлебом встречаю, и жизнь за любовь отдаю. И вместе с вами. А горы седые, ручьи золотые, а песни какие поют. И за борт бросаю, и хлебом встречаю, и жизнь за любовь отдаю. И за борт бросаю, и хлебом встречаю, и жизнь за любовь отдаю. Вы знаете, Володя Владимир Михайлович, он у каждого свой. В памяти и у меня тоже, безусловно. Но все равно он один на нас, для всех, незабываемый человек. И когда уходят такие люди, образовывается пустота. Тем более мы с ним практически ровесники. И его уход из жизни, по крайней мере, вокруг меня образовалась пустота невосполнимая. Как на фронте. А где-то там снега чернеют, как зола, и к облакам звонят войны колокола. Там спят цветы, слепые звезды в небесах, горят кресты, горит свеча в чужих руках. Коварный враг ступил на наши рубежи, чеканит шаг, и рвутся наши блиндажи. Там знак беды, летят свинцовые снежки, кругом следы. Зверье прорвалось за флажки. Ну что ж, поклонимся, да с Богом тронемся. Кто знает, что там впереди и где закончится тропинка в рощице, которую еще пройти. Одна слеза, одна слеза, одна слеза, в которой тонет сто морей и образа. Листки родных календарей, там знак войны, проклятие в каждом уголке, и мы стоим, и боль в зажатом кулаке. Прощание час, и наступает тишина, и тот за нас, за то, что родина одна, за тот ночлег. Шинель остыла на бойце, а утром снег уже не тает на лице. Ну что ж, поклонимся, да с Богом тронемся, кто знает, что там впереди и где
закончится тропинка в рощице, которую еще пройти. И где закончится тропинка в рощице, которую еще пройти? Гранью грань, победный май в конце пути, и жизнь как даль, в войне за мир, как ни крути, мы смотрим вдаль, где снег растаял по весне, вот только жаль, что там мы свидимся не все. Ну что ж, поклонимся, да с Богом тронемся, кто знает, что там впереди. И где закончится тропинка в рощице, которую еще пройти? Ну что ж, поклонимся, да с Богом тронемся, кто знает, что там впереди. И где закончится тропинка в рощице, которую еще пройти? Которую еще пройти, которую еще бы нам пройти. Жизнь Владимира Михайловича была многогранной и удивительно разносторонней. Каждый, кто его знал, считал его своим близким другом и профессионалом в своем деле. К нему всегда шли за советом как футболисты, так и журналисты, политики и бизнесмены. Очень много в своей жизни Владимир Михайлович уделял боксу, профессионалам и любителям этого вида спорта. Инженер человеческих душ, без всякого преувеличения. И я думаю, что он, работая на телевизионном канале «СКАТ», это тоже «СКАТ» народный нашей области и города Самары, и я думаю, что Владимир Михайлович, он народный комментатор, спортивный, и другого я не могу сказать, что Владимир Михайлович, ты народный. Призрачно все в этом мире бушующем, и есть только мир, за него и держись. Есть только мир между прошлым и будущим, именно он называется жизнь. И есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь. Вечный покой сердце вряд ли обрадует, вечный покой для седых пирамид, а для звезды, что сорвалась и падает, есть только мир, ослепительный мир, а для звезды, что сорвалось и падает, и есть только мир, ослепительный мир. Пусть этот мир вдаль летит сквозь столетия, но не всегда по дороге мне с ним. Чем дорожу, чем рискую на свете я, мигом одним, только мигом одним. Чем дорожу, чем рискую на свете я, мигом одним, только мигом одним. За 23 года работы на самарском телевидении в телерадиокомпании «СКАТ» Владимир Келин стал легендой спортивной журналистики. Он был неординарным, не похожим на других, имеющим свой
авторский почерк, любил работу и в каждом спортивном выпуске СТВ, в своих авторских программах пытался не только донести до жителей информацию о спортивной жизни города и области, а хотел заразить всех своим позитивным отношением к жизни, передать свою любовь к спорту. Владимир Михайлович руководил общественным советом ГУФСИН РФ по Самарской области, общественным советом ФСКН по Самарской области и был бессменным тренером футбольной команды «Торнадо», составленной из осужденных самарских АТК. И вот как он сам об этом говорил. «Моя классная руководительница всегда говорила, что по мне плачет колония. Вот она каркала. Я хочу, чтобы осужденные вышли на свободу нормальными людьми. Беда в том, что потом им как раз и нечем заняться. Что освободившимся предлагает государство? А за колючей проволокой у них есть работа, спорт и культура. Я газеты ношу, привожу в гости спортсменов, музыкантов, артистов». Дамы и господа, артисты, которые сейчас выйдут на сцену, на протяжении почти 20 лет были постоянными участниками концертов ВТК, организованных Владимиром Михайловичем. Встречайте на сцене Андрей Петров и Алексей Ермолович. Черт с ними, за столом сидим, поем, пляшем. Поднимем эту чашу за детей наших и скинем с головы иней. Поднимем, поднимем. Свежий из полей ветер за друга, не дожившего до дней этих, за память, что живет с нами. Затянем, затянем, за память, что живет с нами. Затянем, затянем. Бог в помощь всем живущим на земле людям. Мир дому, где собак и лошадей любят. За силу, что несут волны, по полной, по полной. За силу, что несут волны, по полной, по полной. Родные, нас еще живых не так мало. Поднимем, поднимем за удачу на тропе шалай, чтоб ворон не по нам каркал. По чарке, по чарке. Чтоб ворон да не по нам каркал, по чарке, по чарке. Не было большего интернационалиста, чем Владимир Михайлович Келин. Это да.
не было никакой разницы для Владимира Михайловича, какой человек национальности. Для него люди делились только на хороших и плохих. А, опять же, ни для кого не секрет, что одним из этапов его карьеры была его работа в Узбекистане. А, на эту сцену сейчас выйдет человек, который в свое время был солистом ташкентского мюзик-холла. Вместо крепкого вина я вам музыку сыграю, вам понравится она. На востоке, на востоке, что за небо без луны? На востоке, на востоке, что за жизнь без щейканы? Что за жизнь без щейканы? Сокалы смотрят в мир, рады гостю, рады другу. Здесь застолье, но не пир. На востоке, на востоке, что за небо без луны? На востоке, на востоке, что за жизнь без щейканы? Чикана, ты чудо-ра, чтобы песня стала песней, с нами вместе напевай. На востоке, на востоке, что за жизнь без щейканы? Болей! На востоке, на востоке, что за небо без луны? На востоке, что за жизнь без щейканы? Что за жизнь без щейканы? Друзья уходят, сердце пополам. Глумится смерть, привычный мир разрушив, но верю я, с небес далеких нам свет дарят их сияющие души. А мы скорбим в нелепой пустоте, мол, как же так, ведь мог бы жить и дольше. Но где-то там, в высокой темноте, становится одной звездой больше. Следующая песенка называется «Дядя Паша». Она тоже написана среди вас, среди таких замечательных людей, как Владимир Михайлович Кедрин. Дядя Паша, жителя нашего двора, непутевый, но веселый музыкант. Дядя Паша, хоть и хмурился с утра, но к обеду, повязав на шее бант, с магазина две чекушки приносил и соседом, как всегда, употреблял. Он по жизни два костюма износил и по срокам три баяна потерял. Дядя Паша, чародей из детских снов, по заказу все, что хочешь, мог сыграть. И учил он нас, дворовых пацанов, на гитарке три аккорда подбирать. А он в кармане партбилета не носил, он начальству
вообще не доверял. Он по жизни два костюма износил и по свадьбам три баяна потерял. Дядя Паша, шебутной интеллигент, не любил мероприятий городских, но рыдал его потертый инструмент. На простых и честных праздниках людских, а он копейки ни с кого не попросил. Сколько дали, никогда не проверял. Он по жизни два костюма износил и по свадьбам три баяна потерял. Дядя Паша, эх, чего тут говорить, лучше б спеть, да что-то голос задрожал. Как-то утром он не вышел покурить и к обеду в гастроном не побежал. А под вечер кто-то громко голосил и все время почему-то повторял. Он по жизни два костюма износил и по сапогам три баяна потерял. Дядя Паша, катит времени арба, и назад ее уже не воротить. Вот такая человечья судьба, просто радость окружающим дарить. А он в заводе планы гнал, что было сил, золотишко по тайге не ковырял. Он по жизни два костюма износил и по свадьбам три баяна потерял. А он не сеял, нет, не пахал и не косил, он космических высот не покорял. Он по жизни два костюма износил и по свадьбам три баяна потерял. Он по жизни два костюма износил и по свадьбам три баяна потерял. Его улыбка была его брендом. Ее знали телезрители всего региона. Она стала визитной карточкой Владимира Михайловича и больше двух десятков лет радовала зрителей телеканала «СКАТ». Блоки новостей СТВ традиционно завершали спортивные репортажи. И какие бы страшилки ни показывали в прямом эфире, в финале каждого информационного блока фирменная кейлинская улыбка так или иначе обнадеживала зрителей. Сейчас я хотел бы пригласить на сцену близкого друга Владимира Михайловича, друга семьи, человека, который был одним из инициаторов проведения сегодняшнего концерта. Встречайте на сцене Сергей Дикий, группа «Лесоповал 90-х». Вам не весу было 70, ни амбал и ни качок. Бригадиром, ну чё ты сердишься? Бригадир, чего ж ты сердишься? Тут тебе не Нижний Новгород, а Вышний Волочок. Лесоповал, это пойдет до тупика и до упора. Лесоповал, кругом тайга, она у нас прокурора. Лесоповал, отдай за пайку 6 кубов и вся любовь. Ну присели на коленочки, ну на землю сидора. Так ведь это же не к стеночке, так ведь это же не к стеночке. За 7 лет да в накомарнике не съешь мошкара. Лесоповал, это пойдет до тупика и до упора.
лесоповал. Кругом тайга, она у нас за прокурора. Лесоповал, отдай за пайку шиску, помни вся любовь. Ла-ра-та-та-ра, ла-ра-та-та-ра. Заседатели отломили от судьбы, но зимой мы сил не тратили, но зимой мы сил не тратили. На морозе то, а в августе морожка и грибы. Лесоповал, это пойдет до тупика и до упора. Лесоповал, кругом тайга, она у нас за прокурора. Лесоповал, отдай за пайку шиску, боб, и вся любовь. Ва-ра-па-па-ра, 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 ва-ра, ва-ра, ва-ра-па-па-ра, ва-ра-па-па-ра, ва-ра-па-па-ра. Во мне раньше было 70, да в лесу не на бану. Бригадир, ну чё ты сердишься? Бригадир, чего ж ты сердишься? 6 кубов не получается, смените мне пилу. Лесоповал, это придёт до тупика и до упора. Лесоповал, кругом тайга, она у нас за прокурора. Лесоповал, отдай за пайку 6 кубов и вся любовь. Так получилось, что последний раз мы с ним виделись в мае прошлого года. Я приезжал сюда, я здесь был 3 суток, он практически не отходил от меня. Я говорю: Володь, ну отдохни там, иди, у тебя же есть свои дела. Нет, вот... День заканчивался спокойной ночью и начинался с добрым утром, с кратким перерывом на сон, на мой и его. Но так получилось, что вот сейчас 2015 год, год 70-летия Победы, и я знаю его отношение к войне. Так получилось, что я записал диск, он называется «Песни Победы». Он не слышал его, он просто не успел. Я, как только записал его, я отдал его Марине, отдал в семью. И когда мы составляли программу, я почему-то счел, что эта песня станет уместной на этом вечере. И хотелось бы спеть ее. Мне кажется, порой, что солдат с кровавых не пришедшие поверь, не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры, с времен тех давних, летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Может, это место для меня. Настанет день из журавлиной стаи,
я поплыву в такой же сизой мгле. Из-под небес по птичьи окликая всех тех, кого оставил на земле. Организаторов, всех, кто помог, чтобы этот концерт состоялся. Поблагодарить вас, всех, кто пришли. Спасибо вам всем большое. Очень приятно и радостно, что Владимира Кейлина помнят и что он в душе каждого живет. Спасибо. Край. Про любовь нам что-нибудь сыграй. Есть тебя, что вспомнить в этот тихий час. Ведь влюблялись люди и до нас. Когда мы встретимся совсем случайно, мой взгляд сможет вам. Я об этом вам сказать. Голос хрипловатый слышится едва, и смешными и чудными кажутся слова. Нам бы поновее музыку найти, только мама просит, мама эту завести. Когда мы встретимся совсем случайно, мой взгляд ведь сможет вам откроет тайну. Ваш милый облик много лет меня тревожит, но не решаюсь я об этом вам сказать. Когда мы встретимся совсем случайно, мой взгляд, быть может, вам откроет тайну. Ваш милый облик много лет меня тревожит, но не решаюсь я об этом вам сказать. Кружится пластинка, чуть дрожит игла. Непонятной, непонятной та любовь была. Мы забудем песню через полчаса, а у мамы по щеке слеза. Когда мы встретимся совсем случайно, мой взгляд, ведь может, вам откроет. Я об этом вам сказать.
где клен шумит над речной волной. Говорили мы о любви с тобой. Опустел тот клен, в поле бродит мгла. А любовь, как сон, стороной прошла. А любовь, как сон, а любовь, как сон, а любовь, как сон, стороной прошла. Сердцу очень жаль, что случилось так. Гонит осень вдаль, журавлей косяк. Четырем ветрам грусть, печаль раздам. Не вернется вновь это лето к нам. Не вернется вновь, не вернется вновь, не вернется. За тобой ходить ни к чему теперь мне цветы дарить. Ты любви моей не смогла сберечь. Поросло травой место наших встреч. Поросло травой, поросло травой, поросло травой место наших птица! Может быть, следующую нашу встречу мы назовем не памяти Владимира Келлина, а встреча с Владимиром Келлиным, потому что как-то не хочется. Да и невозможно в это поверить, поскольку даром был наделен Владимир уникальным. Во-первых, только звучит его имя и фамилия, он тут же возникает перед глазами, его образ. То есть это подарок для телеведущего. Во-первых. Во-вторых, вот принято говорить, да, что он жив, пока он в нашей памяти живет. У Володи больше перспективы. Я думаю, что не только в нашей памяти. Еще многие поколения будут учиться у него, как вести передачи, как нести вот этот позитив удивительный, уникальный. И сейчас вот по поводу встречи. Мы, кстати, очень часто встречались именно вот в этом дворце спорта. И представьте, что он сейчас здесь. Больше того, он выйдет на сцену и еще и споет. Невозможно прожить без печали, но хочу я, друзья, пожелать, чтобы в радости вы забывали, что недавно пришлось горевать. Я хочу, чтобы песни звучали, чтоб вином наполнялся бокал, чтоб друг другу вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелал. Ну, очень хорошо, что мы увиделись. Я вас всех люблю.